Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И, в общем-то, мы снова на аккаунте одного моего подписчика, очень хорошего подписчика, который уже второй или даже третий раз, я не знаю, наверное, даже третий. Это ж, по-моему, он, короче, Маскедмена сначала купил, а потом Мадару Учиху, да? Сейчас посмотрим, есть ли у него Маскедмен. Данзо Изанаги он мне давал на обзор. Это точно я знаю. А остальных нет, кстати. Так что это не он Маскедмена покупал. Маскедмена другой покупал. Ну, другой чувак сначала давал Маскедмена, а потом и вот этого товарища. Но как бы их вместе, кстати, можно поставить или нет? Вроде нельзя. Но почему-то вот этот вот чувак, хоть его и с Маскедменом, насколько я знаю, нельзя поставить. Сейчас не имею возможности проверить. Но тем не менее, это, по идее, должен быть один и тот же чувак. Так вот, в чем прикол, что вместе-то их нельзя поставить, но при этом Учихой он не считается. Или кем он там не считается. Не помню, кем он не считается. Или уже считается, слушайте. Ну, в общем, там какая-то фигня была. Что то ли Маскедмен, то ли этот чувак не имел чего-то, чего имел второй чувак. Кстати, вот я не знаю, он, наверное, моим советом воспользовался, что, типа, собрать сначала Мината Хокаге, а потом Мината Джанина. Потому что, как вы видите, у него есть Мината Хокаге и Мината Джанин. И также, перед тем, как мы приступим к обзору, я хочу вам показать, как я заролю без платки. Ну, у чувака без платки, вы понимаете? Когда у кого-то без платки, их обязательно надо заролить, потому что они ж пропадают. Он же, чем раньше их заролишь, тем раньше потом он заново их заролит. То есть они восстановятся раньше. Вот видите, какого-то фига он забыл себе без платки заролить. Не делай так, а то придет злой парадигм на твой аккаунт и вместо тебя это сделает. Так. А чё так громко-то? Что-то очень громко. Так вот, мы будем обозревать сейчас Ягуру. Ну, после того, как заролим без платки. Простите за это. О, кто-то выпадает. Кто же это у нас такой? Ай-яй-яй. Ау! Смотрите, 20 фрагментов ау. Видите, какой я везучий. Ну же, Пейнтенда. Нет, не Пейнтенда. Ну же, Наруто Санин. Хотя у него, наверное, он уже есть. Это один я такой неудачник. Вот бы Райкаге. Что-то вообще какое-то капитальное. Что? Какая-то ГНВТ Мари? Блин, ну фигня. А я жду, пока мне Райкаге выпадет с бесплатки. Вот было бы прикольно. Будет у меня тогда неплохой ниндзя. Так вот, как вы видите, у него не особо-то ниндзя есть. Он также сейвит опыт. Но я не знаю на самом-то деле. Дело в том, что я заметил, что сейв опыта не спасает. Да, он немножко, конечно, спасает. Немножко. То есть, как бы, на одну больше там чего-то. Но дело в том, что, как бы, если ты остановил, уже продолжать опыт набирать просто нет смысла. А в остальном он нифига не спасает. Так вот, где можно достать этого Ягуру? Ну, чувак, я помню, постоянно... Слушайте, чувак, ты какой-то странный. Ты почему не используешься ивентами? А, может быть... Не знаю, в общем, чего он не пользуется ивентами. Он что, не играет, что ли? Значит, вот здесь вот его можно взять... Как вы видите, Ягура и Детенсей. Ну, вот этот вот Утаката, это все фигня. На самом-то деле, я Ягуру буду ролить, в принципе, за свитки, если, когда он появится. Поэтому у меня свитков дофига.
Это у него тут свитков нету, как вы видите, 7 штук всего лишь. Поэтому, собственно, такие вот дела. Кстати, здесь... Какого фига? Почему у него ивенты никакие не выполнены? Ты что, вообще бросил? Парень. Парень, надо выполнять эти ивенты. Вот берешь сюда, заходишь и выполняешь. Берешь, короче, что еще? Вот это вот, не забывайте. Ну он пох... Я не знаю, то есть, ну, надо ж как-то хоть заходить и выполнять и так далее. Или он бросил игру, так или иначе. Значит, вот он, Ягура. Там он покупается. И давайте же его... Нет, не сюда. А вот сюда. Кстати, ниндзя у него гораздо больше, чем у меня. Где тут наш Ягура? Ягура. О, Чиё Чикаматсу. У всех она есть, кроме меня. Вот он, это Ягура. Да ведь? Да. Ягура Эда Тенсей. Значит, берется пока что Limited Cards Pack. Что? А, Limited Cards Pack 2. Не знаю, что это за надпись такая. Это, наверное, вот этот как раз пак указывает нам. Ну да ладно. Смотрим, собственно, его характеристики. Значит, первая. Обилка Ricochet Armored Tower. Короче, башня бронированного рикошета. Что? Стихия воды, тай ниндзюцу, промпт, то есть мгновенная. Значит, наносит урон водой и низко подбрасывает выбранного юнита. Более того, подавляет суперброню до конца раунда. Я так понял, это какого-то одного юнита, что ли? Да, смотрите, то есть на одного юнита. Но это какая-то фигня полная, если честно. То, что на одного юнита, это плохо. Until the end of the round. Ягура is healed for 40% of the damage done. Так. Короче... А! И Ягура, я так понял, лечит себя на 40% от нанесенного урона. А, это единственное, что на самом-то деле я... Как думаю, оно и должно быть. То есть, по идее, он себя хилит на 40% от нанесенного урона. Так ведь? Значит, cooldown time 3 раунда. Battlefield cooldown 1 раунд. Но дело в том, что у него есть обилка, которая перезаряжает его обилку. Вот эту вот главную. Значит, чакра usage 20. Additional status of what? Значит, 20 чакры использует, в принципе, может применяться и в первом раунде, но по умолчанию со второго раунда. Перезарядка аж 3 хода, но, к счастью, есть возможность это уменьшить. Значит, тайдзюцу атака. Это стандартная атака, тайнин со стихией воды, как и его опилка главная. Attack the opponent front row and has a chance of causing 10 комбо and all forward. Так, значит... Я вот не знаю, фронт роу это несколько юнитов или же одного юнита. Так или иначе, посмотрим. Но 10 комбо это совсем неплохо. Это таким образом можно с Роши поставить и чиз помогать активировать его. Значит, низкое подбрасывание, ну как его опилки главной. Дальше, актив корал. Актив корал. Тай и нин со стихией воды. Да, как и у обычного Ягуры. И вообще, то есть, смотрите, все тай-нин со стихией воды. Это хорошо. Это лучше, чем просто тай, или просто нин, или просто тай-нин без стихии воды. Ну, вы поняли. Через send attacks, knock it down unit, cause the soul forward, это купункчур. Так, через send attacks, knock it down, cause the soul forward. Что-то, короче, а как нам кнокдаун получить? Может быть, его с Кирином надо использовать, слушайте. А Кирин, он что дает?
То есть он... С какой переход у него? Knockdown на Уфуот. Значит, смотрим. Кирин. У него здесь есть Кирин? Сейчас давайте попробуем посмотреть. Есть у него Кирин. У него пока что только King of Hell нету. А остальные есть. Вот Крастоциан, блин, я так бы хотел его уже получить наконец-то. Хоть один у меня будет. Ой. А, что я сделал? Прости, чувак. Ты, короче, измени потом назад. Куда хочешь, что хочешь. Короче, смотрим. Оффот, это Knockdown. Да, да, с Кирином его надо использовать, слушайте. Вот. Ягура именно с Кирином хорош, потому что у Кирина хороший урон. И при этом Оффот, Knockdown он идет. Значит, идем сюда. Назад возвращаемся. Где тут наш Ягура? Ягуричик. Так. Оффот это на Knockdown, да? Вроде бы. Ну, в общем-то, Кирин, по идее, будет работать. И акупунктура. Это очень неплохо тоже. Полезно. Бывает три акупунктуры, понимаете? Так как его три раза можно использовать. Обычно я говорю только одна акупунктура. То есть только один раз чист можно использовать и только одна акупунктура. Can be triggered up to 3 times each round. И то есть это реализовать с Кирином вполне себе можно. Поэтому для такого чувака прокачанного, у кого есть Кирин, или хотя, думаю, сложнее будет без Кирина, можно все это устроить. Значит, Sea Mode. Every time this unit triggers a chase skill, immediately increases its mystery skill cooldown, reduces its mystery skills cooldown time by one round and increases ninjutsu attack на 13%. То есть уменьшает cooldown, ну, вы поняли. Уменьшает перезарядку главного скилла на один раунд с каждым чизом сработанным. И ниндзюцу со стакой увеличивает на 13%. Это очень мощно на самом-то деле. То есть это два в одном. То есть такие, казалось бы, разные, казалось бы, пассивки, но засунуты в одну. Так что это очень круто. Значит, Тайлот Бист, Чакра, Варс. Варс, что? Before the first action in a round, recover life based on all ниндзюцу attributes, immune to all debuffs. То есть восстанавливает здоровье и делает иммунным к дебафам, как всех остальных джинчуриков. Если что, у обычного Ягуры нету иммуна к дебафам. Хотя обычный Ягура тоже довольно неплохой пацанчик. То есть он вот этот вот клон делает вражеского юнита. Это довольно крутая билка, я считаю. Его долго довольно использовали даже. Ну, в общем-то, товарищ, по билкам у него очень все неплохо. Так, ну у нас вроде бы мощь не изменилась. Давайте теперь посмотрим его здесь. Значит, ой, стоп, мы поставили Кирина. А какого хрена? Я теперь не знаю, будет ли у нас комбо. Его ж вроде не стояло. Я не помню, кто здесь стоял. Стоял, не стоял. Пакун. Так, ну, значит... Так, значит, смотрим. Оффот, это Knockdown. Knockdown. Knockdown, Оффот. Ну, не должно помешать, в принципе, как вы видите. Значит, кто он у нас? Он мужчина, что, несомненно, хорошо. Это очень хорошо, что он мужчина. То есть нет, это плохо. Блин, что я забываю все время? О, смотрите, он тут вот эту вот новую фигню использовал.
А я ее до сих пор не использовал, между прочим. И арена Daily Mission Pack. Кстати, здесь что-то вот эти вот Итачи Анбу, там этот инсейные всякие юниты, они практически не падают. То есть с этих паков теперь хрен что падает. Bonds Optional Pack. Так, это тоже фигня. Кстати. Bonds Optional Pack дают, по-моему, за золотые ключики. В пятничных ивентах. Видимо, он проходил пятничный ивент этот. Значит, он мужчина, это плохо. Он с скрытого тумана. Не помню, кто это их бафает. По-моему, Мангетсу бафает именно скрытый туман, а не мечников или кого-либо еще. Значит, джинчурики. Это значит, что бафается киллером Би обычным. Ну, то есть, Seven Swords. Значит, Каги. Это плохо, несомненно. Мужчина и Каги, это одновременно, когда встречается у ниндзя, это значит, что он, короче, сразу может вздыхать. Их и Хаку, и Мэй, все, короче, разъебут нафиг. Значит, он с Риниганом, а вот Риниган, по-моему, пейнами обычными бафается. То есть, как бы, у нас есть всякие, вы поняли, Джигакуда, Чикушода, вот эти вот пейны, они ж бафают всех юнитов с Риниганом, насколько я помню. А вот Риниган есть и у этих эдотенсейных джинчуриков, так что прикиньте. Можно будет джинчуриков с пейнами со всякими ставить этих. Кстати, это вот идея тебе. Попробуй их использовать с пейнами. Ну, чисто экспериментировать. И эдотенсейный бафается там много кем. Эда Нагата, Эда Сосори и, в принципе, вообще много кем. В общем-то, какие у него параметры? Учтите, он, что он прокачан, поэтому на эти параметры не смотрим, они не зависят от него. Значит, Health Growth 1524, ну вот смотрим, у Мината 1300, а тут 1500, то есть больше, чем у Мината Джанина. Но он как бы стеклянный дамагер, значит, атака 1393, ниндзюцу 1393. Ну, неплохо на самом-то деле. Больше, чем у Мадары, например. Значит, defense и resistance не такие большие, меньше 1000. То есть, как вы видите, он, в принципе, дамагер. Такой стеклянный дамагер, но неуязвимый к дебафам, и его ставить надо где-то на второй позиции, например. И в принципе, давайте зайдем и посмотрим, как он будет вот этим вот заниматься, дамажить, собственно. Блин, его здесь плохо видно. Нужно будет его поставить куда-то, и тогда будет все хорошо. Блин, чё-то он нифига не делает комбо нужных. Во, пошел комбо, Керин. Опять комбо, опять Керин. Бумс. О, смотрите, красиво. Красиво. Не, ну это жесть. Это просто офигений. Блин, ну с такими ниндзями жесть просто. Донатят на вот этих вот ниндзя, блин, у них и так мощь мощная. Так еще и ниндзей дофига. Значит, я уже завидовать начал. Ну давайте его теперь поставим еще чуть подальше, вот сюда, например, чтобы, короче,
показать. Хотя с такой командой, слушайте, она у него стоит на арене или нет? Да, она у него стоит на арене. Давайте проверим ее на арене. Потому что такая команда, я думаю, она и на арене зайдет. Кстати, вот видите, он и здесь не играл. А это довольно фигово. Чувак, ну то есть... хотя вы, наверное, уже видели то видео. В общем-то. Ну или если не видели до сих пор, то значит увидите скоро. Так, Кирин. Еще раз Кирин. И в третий раз. Долбанули нахуй. Бомбс. Бомбс. Кирин. Еще разок Киринем тебя. Ну, сейчас я, кстати, отступлю. Эй, ты чё отступил? Я хотел, короче, проиграть. Кстати, а вот в миссии на арене он всё-таки выполнил. Ну, вот видите, ему тоже надоела игра, как и мне, этому товарищу, видимо. Ну, потому что, видите, я кстати, вот это вот всё выполняю. И у меня, кстати, этого Канахамару, например, нету. А возможно, стоило бы его собрать, чтобы, типа, 400 монет получить. Не, пожалуй, это того не стоит. Так. Это Тенсейного Роши, кстати, дают. Значит, что еще? Давайте еще один бой попробуем. Но это что-то новое. Говнюк, это какой-то супер Итачи, этот говнючий. Нет, ну это как-то несправедливо, нифига. Не, я так не играю. Нафиг. Итачи, кстати, Шакацуки, и получается с этой Конан... Конан бафает Итачи этого Сусаныча. Слушайте, это интересная идея. Или с Херузеном можно Итачи Сусаныча ставить. Так, опять ты. Ну что, поймал? Пошел нахуй. Я тебя не звал. Пошел нахуй. Ладно. Все, еще разок. Давайте. Здесь теперь продолжим. А то там этот чувак с Итачи задолбал уже. Чё он приманался, блин? Бедного моего Ягуру трогает. Ну, точнее, не моего. Это всё-таки не я. Так. Бомбс. Бомбс. Эй, а как же запустить? Знаете, чего здесь не хватает? Здесь не хватает запуска крутого.
чтобы комбо запустилось такое крутое. Бамс. И чтобы потом Керина долбанула. Во, вот Керина долби Керина. Два Керина запустили. И теперь еще треххвостом. И треххвостым долбанули. Вы понимаете, то есть эта обилка, она тем, что она перезаряжается обилкой, и то, что у нее урон растет. То есть это очень круто получается. То есть Ягура действительно хорош, как вы видите. У него, во-первых, есть своя вот это вот изображение применения обилки, во-первых, чем он хорош. Что у него есть изображение применения обилки, также тем, что у него пассивки крутые, то есть он неуязвим к дебафам, что у него типа три этих, три чеза одинаковых с этим, с акупунктурой. То есть можно там насвоить эту акупунктуру, хотя она не своится, но тем не менее. Значит, тем, что урон от этой обилки, урон от его автоатаки, он бафается постоянно. Это очень круто все. То есть оно очень хорошо сочетается. То есть Ягура, он хорош. Несомненно, он хорош. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравился обзор. Спасибо человеку, который предоставил аккаунт для обзора. Всем пока.